Как завоевать популярность с помощью ламы и что привлекает больше всего китайских воров? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Китайская полиция арестовала 4 злоумышленников, которые позарились на 80 яиц динозавров. Окаменелости похитили у коллекционера. Один из преступников пришел к мужчине на разведку как потенциальный покупатель. Добычу злодеи разделили между собой. При обыске дома одного из грабителей полиция обнаружила 30 украденных яиц. В сафари-парке Теннесси отец стал снимать на видео, как его сыновья кормят лам. Все было хорошо, пока одно животное не решило угоститься без спросу. Лама просунула голову в окно автомобиля и принялась поедать лакомство. Ролик с истошными воплями ребенка родитель выложил в интернет. Видео за один день посмотрели более 100 000 раз. На торги снова выставят самый дорогой розовый бриллиант. Розовую звезду уже пытались пустить с молотка 4 года назад. Тогда его приобрел ювелир из Нью-Йорка за 83 миллиона долларов. Но после, по неизвестным причинам, от драгоценности отказался. Следующие торги назначены на 4 апреля. За бриллиант в 60 карат надеются выручить не менее 60 миллионов долларов. В Бразилии на неделе моды дефилировали модели с пышными формами. Местные дизайнеры вот уже 15 лет подряд демонстрируют креативный подход в создании нарядов для полных женщин. При этом никогда не акцентируют внимание на формах и цветах коллекций. Модели на подиуме чувствуют себя раскованно, некоторые даже пританцовывают.